Айсен Николаев официально приступил к обязанностям главы города Якутска. Сегодня в мэрии состоялась его инаугурация. Главу города поздравили коллеги, общественники и Егор Борисов. Саргалана Захарова продолжит. 10 сентября в единый день голосования жители столицы выбирали главу Якутска. Из четырех кандидатов с большим отрывом выиграл Айсен Николаев. Свои голоса за него отдали почти 70% всех избирателей, что является одним из самых высоких результатов на Дальнем Востоке. Такой показатель, как подчеркнул Егор Борисов на инаугурации, доказывает доверие горожан своему руководителю. И этот показатель достойный, является достойной оценкой очевидных позитивных изменений в городской и социальной инфраструктуре в облике города Якутска. Отметим, что одним из первых сразу после подведения предварительных итогов голосования Айсена Николаева поздравил глава республики. Они обсудили дальнейшее развитие столицы. Приоритетным направлением, как сообщил мэр, для него станет продолжение повышения качества образования. В частности, это касается строительства школ и создания новых мест. Опять же, мы все делаем для детей. Мы должны сейчас опережающими темпами строить школы в нашем городе. Для того, чтобы проблема вот как раз переполненности наших школ была решена в ближайшие годы. Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Саха-Якутия, законы Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, устав городского округа город Якутск. Принимать присягу уже во второй раз намного волнительнее и ответственнее, признался Айсен Николаев. Цитата: «Это оценка моей работы, правильности выбранного курса развития города 5 лет назад». Напомню, что за эти годы в Якутске построили и отремонтировали десятки километров дорог, расселили общими усилиями федеральных, республиканских и муниципальных властей более 1500 аварийных жилых помещений. Впервые за последние десятилетия были построены 16 детских садов, ликвидировали многотысячную очередь дошкольно-образовательные учреждения. Город расцвел буквально в смысле благодаря акциям по озеленениям и многое другое. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.